К другим темам. Новгородская земля и озеро Ильмень неразрывно связаны со страницами нашей истории. Ровно 75 лет назад 19-я и 3-я лыжные бригады погибли под артиллерийским огнем фашистов. В память о мужестве и храбрости якутских бойцов на трассе Старая Русса-Шимск установлен памятник. Делегация из Якутии вместе с новгородцами почтили память воинов и возложили цветы к монументу. В селе Борисово в честь защитников из далекого севера названа улица Якутская, а на месте марш-броска лыжников на берегу озера Ильмень высится гранитный обелиск в виде якутской урасы. На плитах монумента высечены имена павших воинов Северо-Западного фронта. На берегу Ильменя были организованы соревнования по стрельбе и лыжному забегу. Дистанция 3600 нелегко дается. Так вот сразу сходу на лыжи. Но пробег удался. Я думаю, что именно память о том сражении, о героическом подвиге наших стрелков, она жива и по сей день. И примером этому является вот этот во многом молодежный пробег.